Ребята, привет! Это Витя Маки, а я ваша любимая печенюшка. Мы с Вилей оказались во дворце. Дворце колдуна. Или колдуни. И здесь у нас намечается клёвый такой квест. Мы ещё с Вилей сами не знаем, что ищем. Печенюш, сокровища мы ищем. А, да, сокровища колдунов. Ты пока ищи подсказки, а я ребятам кое-что важное скажу. Мы недавно начали размещать наши смешные видео-каратэши в лайках. Многие из вас наверняка уже давным-давно знаменитые лайкеры. Так что вы можете нас поддержать лайками и подпиской. А в следующем ролике мы передадим приветы лайкерам. Виля, расскажи об этом в конце ролика ребятам. А то так хочется уже квест начать. Тем более, что я кое-что нашла. А я вот кровать нашел и подушки. Может, подушечный бой устроим? Нет, Виль, я нашла кусочек карты. А, печенюш, а ты уверена, что это карта? Может, это просто кусочек картины? Ну, конечно же, это карта. Смотри, здесь нарисован дворец. А, да, похоже. Тогда давай искать остальные кусочки. Или, может, все-таки в подушечный бой поиграем? Ищи карту! Понял. Я вспомнил. Вот тут на балкончике такой же зеленый кусочек. Неси его скорее сюда. Мы соединим. А, да. Сейчас. Обожаю, когда я права. Смотрите, здесь нарисовано деревья и кусочек леса. Кстати, ставьте лайки, кто любит квесты. Ура! У меня получилось соединить эти кусочки. Виля, ищи скорее еще. Красота какая. Неужели мы все-таки найдем сокровища? Я наверх. Хорошо, а я за лестницей посмотрю. Печенюша, а если мы найдем богатство, что ты купишь на свою половину? Я? Ну, конечно, наряды, красоту и блестки, каблуки, вечеринки, актрисой стану. Нет, не просто актрисой, знаменитой певицей, алмазы. Понятно. Лимузины. Ну, я понял. А ты что хочешь? Воздушный шар, большой. А еще всех друзей собрать на нем и в путешествие улететь. Классно, тогда ищи скорей. А что это у нас там за домик уютный? Ой. Я, кажется, что-то нашел. Печенюшка, иди сюда. Что нашел? Уже сокровища? Маленько, почти. Скорее кусочек карты. Теперь видно, что на карте нарисован дворец, и озеро, и даже лес, и деревня. Ну, только что-то сокровищ я не вижу. Виль, ты как думаешь? Я думаю, что нам хорошенько нужно поискать в лесу и вокруг дворца. Может, еще что-то найдем? Точно, Виль, тогда я первая. Беги. Только не попади в ловушки. Что? Ну, ловушки колдуна. Печенюша, ты где там кричишь? Не понял. На печку я упала! Сейчас я тебя спасу. Держись. Печенька, у меня еще один кусочек. И снова ничего не понятно. Мост и лес. А где сокровища-то? Эх, печенюшка, зачем ты такая нетерпеливая? Надо будет тебя как-нибудь на рыбалку с собой взять. Но на рыбалке же нет сокровищ. Зато рыба, комары и романтика в общем. Фу, рыба, комары совсем не для принцесс. Вот если бы ты на удочку сережки поймал. Печенюш, а может нет никакого клада? Скажу. Виля, нет, не иди за удочкой, я нашла еще один кусочек. Посмотри, как здорово, и правда подходит. Ну ладно, сначала выкопаем алмазы, а потом рыбалка. Виля, чего ты там так долго? Иди скорее на балкон. Какой еще балкон? Балкон черного хода. И как тебя только угораздило сюда залезть, я бы не догадался. Хватит разговаривать, тащи кусочек. Будем соединять. Ууу, как высоко. Ну вот, у нас и получилась карта. Да, точности та местность, которая вокруг дворца. Только кто-нибудь умеет читать карты? Ну, здесь нарисован пунктир. Это, наверное, линия, которая ведет к кладу. А вот крестик, точно. Нужно здесь копать. Только здесь какая-то примечательность. Не могу понять, какая. Очень примечательная яблоня. Бежим скорее туда. Да, бежи. Вперед с сокровищем. Карту не забудь. Уже забыл. Вот и яблоня. Под каким деревом будем копать? Если верить карте, то под яблоней. Я извиняюсь, а кто будет копать? Мужчина. И кто этот мужчина? Надо его позвать. Ты, Виля. Может, вместе? Я же принцесса. Моя работа ждать и томно вздыхать. Ах. Не, хорошая у тебя работа. Ах, ну что там? Да не мешай ты. Застревашки тут. Нашел сундук. Как его вытащить? Он такой большой. Что делать? Сундук. Тащи его наверх. Что-то не получается. Ах, Виля, ты как обычно. Дорогу принцессе. Все приходится делать самой. Ну что, как там, печенюш? Сейчас я его подцеплю. Иди сюда. Приятно посмотреть на принцессу за работой. Посмотрим, что у нас тут. Это же настоящие сокровища. Виля, какая красота. Бриллиантики, алмазики. Все мое. Ты хотела сказать наше. Да, наше. А вот этот здоровенный красный мой. Нет, вот этот голубой. А может сделать из них ожерелье? Моя очередь. Печенюш, тут еще и вкусняшки. Да, зафиксируй все так. Я побежала за фотоаппаратом. Сейчас делаем селфи. Выложим в инстаграме хэштегом богатый хомяк. О боже, что у него в голове? Ну вот, мы нашли сокровища. Ставьте лайки, кому понравилось. А еще мы хотим передать приветы Соне Лоцмановой, Марку, Роме и Ивану Попову. И Василисе. Виля, моя
ссылку на нашу страничку в лайках вы найдете в описании. Да, переходите по ссылке, подписывайтесь и ставьте лайки нашим маленьким роликам в лайках. Лайки в лайках, смешно. И мы постараемся передать приветы как можно большему количеству лайкеров. Выбирать лайкеров мы будем в случайном порядке. Просим отнестись к этому как к игре и ни в коем случае не обижаться. Мы вас очень-очень любим и всем-всем нашим подписчикам передаем привет. Пока, ребята!